Сочинские стройки полицейские проверяли в ходе рейдов. Также в мероприятии приняли участие сотрудники ФМС и городской администрации. Участники рейда выявляли недобросовестных застройщиков, которые ведут строительство без разрешения либо нарушают условия постройки. В частности, возводят многоэтажки при разрешении на строительство дома в 3 этажа. В ходе проверки было вынесено 22 предписания на прекращение незаконного строительства. 13 застройщиков привлечены к административной ответственности по статье «Самоуправство». Застройщикам напомнили, что в случае, если предписания не будут исполнены, а строительство возобновится, нарушители будут привлечены уже к уголовной ответственности. Также сотрудниками полиции и ФМС была проверена легальность нахождения рабочих на территории России.